Здесь не чувствовалась война. Нет, так нет. Только под страхом год, стояли, да? Да, было в 14-й году, вот так стояли все на, как бы на посту. Но сейчас уже привыкает человек к этому. Ну, лучше бы ее не было. Мы же вместе постоянно молдаване, русские, украинцы, белорусы, мы же все вместе жили, встречались, сколько знакомых и там, и тут, и здесь. Нет, давайте будете воевать лучше, так? Да. Это не приносит нам никакой радости и никакого удовольствия. Ну, вам большое спасибо за интервью, неожиданной встречи по дороге, так. Спасибо. Нечего, ради Бога. Вам желаю всего наилучшего в этот праздник. Я думаю, у вас тоже праздник этот есть, да, так? Да, да. Работал я. И чтобы жили как раньше. Ну да, дружно. Да. Потому что мы же ездили к вам на базар покупать, вы к нам приезжали, чтобы не было... Ну, границы пускай будут, потому что каждый хозяин хочет свою территорию, но чтобы эти границы были прозрачны. Спасибо. Без контрабанды, но прозрачны. Да. Владимир Сейдмандович. Очень приятно. Заместитель. Примаря, примаря, да? Да, да. Или да. У вас по-другому называется? А, у нас голова селищної ради. Ага, я так и думал, что это по-украински. Урмариц, телевизионный номер в Осимпли, Шилибер. Ла скандал, бородат. Фачем дин скандал о примаваре.